Ես քիչ անց պիտի կապ հաստատեմ Վրաստան զրուցելու արդեն Թբիլիսի Եվրոպական համալսարանի պրոֆեսոր Գեորգի Չեդաշվիլի հետ, այդ քննարկելու ենք այդ հումնայի Ֆիլհարմոնիայի այցը Թբիլիսի եւ առաջարկը, թե այդ ինչու հանկարծ որոշվեց, որ պիտի Ղարիբաշվիլին եւ Ֆիլհարմոնիայը նոր հարթակ ձևավորեն Հայաստանի Հանրապետության համար հարավ-կովկասյան հարցերը լուծելու մասով, պարոն Չեդաշվիլի հետ արդեն կապ ենք դուրս եկել. Добрый вечер, огромное вам спасибо, что уделили ваше время нам для прямого эфира. Вы, поскольку я знаю и точно знаю, что вы знаете об этом, значит, грузинская сторона, в свою очередь, предложила Армении и Азербайджану договориться о некоторых проблемах, которые существуют между Баку и Ереваном, в том числе и на территории Грузии, в Тбилиси. Но армянская сторона и азербайджанские стороны, они ведут свои переговоры в Вашингтоне, в Брюсселе. Было когда-то, когда вели переговоры на территории России. И многие эксперты в Армении утверждают, что это соглашение между Ребашвили и Алиевым как бы обнуляет все эти процессы, которые были на Западе, в том числе и в Вашингтоне, и Брюсселе. И создается новая территория, новая нулевая ситуация для постконфликтных переговоров. И в этом вовлекается, получается, грузинская сторона. Каково ваше отношение к этому? Добрый вечер, большое спасибо за приглашение. Ну, вы очень так дипломатично сказали некоторые проблемы между Арменией и Азербайджаном. Я понимаю, какая сейчас вот у всего армянского народа вот драма и боль по поводу того, что произошло последние несколько недель. И, естественно, надо обязательно стараться заключить это мирное соглашение, которое, я думаю, очень многие вопросы решит и как-то уже на новый уровень выведет Южный Кавказ. Понимаете, но я не думаю, что Грузия может что-то обнулить в силу просто своих скромных размеров и возможностей. В отличие от Соединенных Штатов и Евросоюза, Грузия, ну, просто, опять же, в силу своих скромных возможностей не может быть там посредником или там каким-то там модератором. Он может быть только площадкой. Страной, которая имеет дружеские отношения с обоими своими соседями, и которая может такой, вот такую моральную поддержку оказать, просто предоставить там территорию, да, и, скажем, там, логистику. Других рычагов у Грузии, да, у 4-миллионной населения страны, у которой свои громадные проблемы с безопасностью, о которых вы прекрасно, конечно, знаете, естественно, Грузия не может. Поэтому, знаете, главная политическая воля необходима в Ереване и в Баку. И вот надо друг с другом договориться. Грузия точно не может быть посредником. Понимаете, если такие страны, такие тяжеловесы, как Евросоюз, Соединенные Штаты, Россия. Сейчас я не знаю, не ставлю знаков плюсов или минусов, чего они, как же, так сказать, пытаются, так сказать, взять инициативу. Иногда политической воли и иногда, скажем, инициативы больше, иногда меньше. Меняется степень доверия, да, к разным участникам и к разным, так сказать, возможным этим самым местам переговоров. Но, тем не менее, конечно же, в первую очередь это должно быть желание у Еревана и Баку, и через там тернии, через противоречия заключить это мирное соглашение. Поэтому я не думаю, что у Грузии в данном случае, вот, как говорится, agency, есть какие-то особые влияния. Естественно, Грузия там геополитически связана там с Южным Кавказом. Естественно, Грузия может быть потенциальным, скажем, коридором, так сказать, вот окном в мир, да, через там Черное море, но, скажем, участником и полноценным посредником, конечно, Грузия быть не может. В первую очередь, конечно, как говорится, вот мечи на стороне Баку и Еревана. Но если будем ссылаться на то, что в любом случае есть стратегическое влияние и Турции, и Азербайджана на Грузию, в том числе и в некоторых энергетических вопросах, Грузия может, ну, как бы по-дружески подтолкнуть Армению к новым решением с помощью тбилисской платформы, скажем так. Ну, не знаю, опять же, вряд ли у Грузии есть, скажем, такая
такое влияние, такой вес, чтобы там... Не у Грузии, а у Турции и Азербайджана есть такой вес, чтобы с помощью Грузии этого сделать. Ну, понимаете, что? Не, ну, у Грузии, тем не менее, есть. Пусть, пажись, как и с большими оговорками, я, естественно, так сказать, у вас наверняка есть свое мнение и там свои вопросы отношения к сегодняшней степени грузина до российских отношений. Но, опять же, у Грузии есть свои интересы, и, скажем, у Грузии будет слово, допустим, если, скажем, будет давление, ну, скажем, прямо скажем, давление со стороны Азербайджана и Турции по поводу, скажем, Зангезурского коридора. Но, опять же, Грузия не такой, скажем, в данном случае важный игрок в этом направлении. И, опять же, Грузия дорожит очень двусторонними отношениями, и вот летом было, скажем, вот, думаю, что отношения между Грузией и Арменией поднялись на новый уровень. А с Азербайджаном отношения продолжают быть такими стратегическими и важными. Но опять же, и понимаете, что и коллективный Запад, хотя этот термин там не очень люблю, но и многие, так сказать, западные актеры, там Франция, Соединенные Штаты, ну да. Президент Азербайджана очень красноречиво дал понять, как он к этому относится, не поехав в города. Но тем не менее, я считаю, что Вашингтон и Брюссель, и там и Берлин, и Париж имеют куда больше, и там, и, ну, не может быть не так много, но куда больше рычагов влияния и вот элементов мягкой силы для того, чтобы там склонить какую-то сторону, быть более... А, я не говорю сговорчивый, но опять же, так сказать, стать более дипломатичными и в конце концов вот двигать в направлении, да, это надо как канат, это надо очень, так сказать, тянуть, это очень нелегкая ноша, но вот подвигать, самое главное, подвинуть Ереван и Баку к заключению соглашения. Как это будет и как, и в какой форме это будет, ну, посмотрим. Опять же, я ни в коем случае не оправдываю Грузию, но у Грузии не так много, скажем, веса, и тем не менее она пытается быть самостоятельным актером и не подчиняться более сильным стратегическим партнерам. Итак, в Грузии иногда есть и общественное недовольство по поводу того, что, скажем, некоторые недемократические шаги Грузию не то что заставляют, но вынуждены было принимать из-за того, что из-за давления более сильных соседей. Поэтому сейчас я не думаю, что Грузия еще будет уступать. Каковы интересы, уникальные интересы Грузии в регионе? Вообще Грузии нужно, чтобы открылся какой-то коридор на юге Армении, скажем так, коридор, как этого хотят в Турции и Азербайджане. Потому что многие говорят, что после этого весь транзитный поток, который идет через Грузию в Турцию, будет проходить через вот этот так называемый коридор. И бенефитов для Грузии, по большому счету, не останется. Возможно, Грузии надо будет занять более, то, что взвешенную, более твердую позицию в этом вопросе. Но, ну, на сегодняшний день у Грузии так достаточно своих непосредственных головных болей. И в качестве, скажем, российского флота, с которым в Чамчире теперь не только российские танки в 45 километрах от Тбилиси, но и российские военные корабли где-то вот в 30-40 километрах от уже непосредственно... Ну, от той акватории, которая уже контролируется пока что Грузией. Поэтому там у Грузии там свои большие проблемы. И еще, понимаете, что динамика такая, что ресурсы будут не только каспийскими. Ну, в принципе, понятно, что несмотря на то, что мы живем в эпоху новой холодной войны, между там, ну, в общем, просто говоря, между там, Китаем и Соединенными Штатами, в прежде очередь, там, Россия там, на вторых ролях. Но, тем не менее, да, между Азией и Европой потоки будут расти, они, ну, не могут не расти, скажем, из-за экономического роста в Азии. Поэтому я думаю, что на оба коридора к тому времени, пока, если, допустим, вот разовьется сценарий, Южный коридор материализуется, к тому времени, я думаю, потоки будут такими, что и на существующие уже существующие коридоры, что-то чего-нибудь дохватит. Тем более стратегическое партнерство там Грузии со своими соседями, наверное, позволит Грузии, скажем, ну, грубо говоря, выторговать какие-то потоки и через существующие коридоры. Да. Кстати, цель и роль вообще всего этого Китая, который заключил с Грузией документ стратегического партнерства?
Кстати, между Грузией и Китаем уже давно, уже 6 лет существует свободная торговля, поэтому стратегическое партнерство это как такой, более такая символическая вишенка на торте. Но тем не менее, да, тем не менее, в данном случае Китай, ну, немножко в какой-то степени, ну, не то, что заставил, обозначил, что его интересы простираются не только, скажем, в Юго-Восточной Азии и Южно-Кавказский регион. Так вот, как бы, если вот так отдалиться, вот зум-аут сделать, будет одной из площадок, скажем, такого геополитического противостояния вот этой новой холодной войны. К счастью, пока что эта война, именно вот такая большая холодная война, остается холодной, и не думаю, что это выйдет за пределы каких-то, вот, скажем, экономических рычагов. Ну, я очень-очень надеюсь, что вот теперешняя трагедия, которая творится к югу от нас, да, в Израиле, она не перерастет в какую-то серьезную, скажем, такую международную заваруху и, скажем, вот других, так сказать, дополнительных сложностей в нашем регионе не создаст. Если этого не произойдет, то опять же, так сказать, я думаю, что опять же и экономический рост Китая, пусть даже замедливающий, еще там поднимается Индия и некоторые другие восточно, там, юго-восточно-азиатские страны. Поэтому я думаю, на наш регион, скажем, товарооборота хватит и на оба существующих коридора. Ну да, существующие и вот потенциально новые. А заинтересована ли Грузия в энергетическом смысле этого слова сотрудничестве между Ираном, Арменией и Грузией через Черное море в Европу? Я по поводу газа и нефти, которые иранская сторона пытается, ну, как-то реализовать в каких-то рынках. Или нету такого, в принципе, нету такой структуры сотрудничества, потому что есть проблемы уже между Ираном и Западом. Естественно, в последние дни проблема между Ираном и Западом еще более обострилась, что, конечно, отодвигает на неопределенный срок тот день, когда Иран, опять же, скажем, станет нормальным международным игроком и, опять же, будет присутствовать в регионе. В общем, да, естественно, не против присутствия Ирана, но не в своем нынешнем режиме. Поэтому я думаю, что этот вопрос на какой-то неопределенный срок отложится. Опять же, я надеюсь, этот срок будет небольшой. Вот нынешний этап, нынешний вот такой этап насилия скоро завершится, и опять же, вот можно будет уже говорить об экономике, об энергетике без, скажем, таких больших проблем безопасности. Ну, в любом случае, те же Соединенные Штаты Америки объявили, что они просто уверены, что никакой прямой связи между Ираном и, в этом случае, Палестиной и Хамасом, который напал на территорию Израиля, в принципе, нет. Не говорит это о том, что на Западе понимают, что Иран никак не связан с этим, хотя там очень рады этой эскалации некоторые люди. Да, но понимаете, ну, тем не менее, там Иран это, скажем, и Хезболлах, Иран это и другие, скажем, такие террористические, квазитеррористические организации. Поэтому в данном случае тут существует там и идеологическая поддержка, а опять же, я думаю, что просто сейчас нет такой заинтересованности на Западе, там своих проблем хватает, да, скажем, теперь уже и Израиль, и еще и украинская проблема, она никуда не отходит. Естественно, она на какое-то время, естественно, она затмилась проблемой Ближнего Востока и Израиля, но, естественно, к сожалению, она еще какое-то время будет с нами, с человечеством. Поэтому сейчас вот просто открывать потенциально, скажем, новый очаг, вот, скажем, вот новое направление, да, не очень хочется. Хотя, конечно же, вот, скажем, вот в большой картине роль Ирана вполне, так сказать, вырисовывается, может быть, не непосредственно в этой атаке Хамас, но, опять же, эта атака готовилась не один и не 2 дня. Я, скажем, ну, опять же, я скорее склонен думать, что Иран там сыграл какую-то, пусть, может быть, не самую главную роль. А сейчас по поводу платформы 3 плюс 3. Азербайджанская сторона уже говорит о готовности принять участие. Армянская сторона, в принципе, уже не против этого. Очень долгое время эта платформа была просто 3. Потому что только Москва, Анкара и Тегеран говорили о 3 плюс 3 платформе. И там было минус 3. А в этом случае уже как бы Армения и Азербайджан не против присоединиться. Какова тут вообще позиция Грузии? Она изменилась или она та же самая? Нету интереса.
Она, возможно, поменяется, хотя сейчас, разумеется, говорить о, скажем, полноценном участии Грузии, конечно, вот это говорится, вот есть такой нон-стартер. Понятно, что с учетом отношений между Грузией и Россией, пусть есть какие-то, скажем, считают некоторые заигрывания, пусть есть несколько, какие-то возрастание экономической зависимости и о наличии у России там рычагов влияния. Но я не думаю, что сегодня понимают, что, скажем, вот сейчас прямое вовлечение Грузии, это форма там, где Россия играет главенствующую роль, разумеется, она это будет вызвать такой большой общественный протест в Грузии, что понятно, что даже если кто-то в этом видит какие-то выгоды, сейчас они об этом говорить не будут. Опять же, это покажет будущее. Но опять же, я, может быть, немножко идеально думаю, что очень надеюсь, что когда-нибудь после, скажем, того, как она получит хороший урок в Украине и, скажем, там сменится режим, ну, будет в России нормальное не имперское руководство, которое, скажем, будет играть более нормальную роль в русском, на Южном Кавказе, тогда, естественно, Грузия и может к этому присоединиться, но не в рамках, не тогда, когда сегодняшнее руководство в России. Огромное вам спасибо за время, уделенное нам. Я надеюсь, у нас еще будет шанс поговорить с вами в прямом эфире. Мы же русстат-итогнерин эль хишецнем, в рубрих КПИНК хастатэл Врастан. Я зарусум эй Тбилиси Европакан Хамарсани профессор Георгий Чедашвили хэт. На эт кен наркум эйн герек гуманазги герек дзевачапа, вори масин. Верчин шанжану мактив эх хосвум. Верчин эс асац, вуш врацакан хасаракусюну бенавэль цанкусюн чуми ими аналэн цараглим. Бацарапэс айн баджаро, вуш энтэх ка Русастани дашнюцюн, вором инчорэс анхасканали харабэрюсюнэ уни дэрэвэ Зурастани.